Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei MatePad Pro. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить уровень заряда батареи в процентах на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим в раздел батарея. Здесь мы видим строку процент заряда, нажимаем и можем выбрать либо не показывать, либо около значка, либо в значке. Я выбираю в значке, и таким образом процент заряда будет показываться в значке. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.